Дамы и господа, всем привет, с вами Витёк, и это Mad Games Tycoon. Чё-то я всё время хочу назвать Mad Games Deluxe, мне кажется, было бы интереснее именно так. Как вы видите, мы переехали в большой дом, но это его ещё видели на прошлой серии, и сегодня мы будем его обустраивать, делать из него большой уютный дом, а не просто большой дом. Так, девелопмент нам нужен с вами. Чё-то не оттуда потянул. Снова не оттуда потянул. И опять не оттуда. Да как так? Девелопмент. Большая комната. Мне кажется, больше лучше не большую комнату, а несколько. А, нет, подожди, два девелопмента, они тогда не смогут делать одну игру, да? Ну-ка. Как он такой девелопмент? Нормально? Здесь такой отдел разработки, колбасой протянем. Или серверную какую-нибудь потом. Прикиньте, сколько здесь можно девелоперов посадить. По-моему, многовато, а? Столько просто не потребуется. Побольше комнату. Я думаю, где ее лучше расположить. Может, реально вот так? Если я так ставлю, здесь можно еще. Блин, ничего здесь не можно. Выход сюда, и здесь поставить сральник и жральник сразу. А? Точно. Отлично. Хороший вариант. Так, на сральник и жральник нам надо не так уж много места, поэтому... Так. Вот так даже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как раз. Не, давайте на одну меньше все-таки сделаем. О! Так. Где-то... Так. Можно и посередине, кстати. Нет, лучше так. Бам! Так, столы. Самые крутые, самые дорогие столы. Эц. Немного нелогично получилось. Хм. Так, так, так. Ну, в принципе, не будем их в тесноте держать, наверное, да? Правда, как они сюда заходить будут, я не знаю. Они любят телепортироваться. О! Здесь еще целый стол поместится. Вот мне интересно будет, как сюда кто-то сядет. Забавно выглядит, да? Так. Во, вот это я по расчету вообще поставил. Ну, тут можно, конечно, еще понатыкать. Но я боюсь, ходить они не смогут. Так, и сколько у меня там мест рабочих получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, 20 рабочих мест. По-моему, достаточно. Если что, перестроим потом. Так, также нам понадобится отдел открытий.
Да, наверное, также поставим его. Отдел исследований. Так, если мы его вот таким сделаем, по-моему, в самый раз. Пык. Так, раз, два, три, четыре, пять. Здесь дверь. Или вот так начать. Вот так, наверное, лучше всего. Так вот по фэншую вообще будет. Так, здесь такой директор. Самый главный. Либо два самых главных директора. Ну, конечно, можно еще в проходе, как обычно, поставить. Но мы не будем этого делать, мы богатые люди, можем себе позволить. Так, ну, как говорится, людей много, но толчок надо поставить маленький, иначе они там проводить будут все свое время свободное. Вот сейчас мы вот тут. А ладно, хорош, пусть будет большой сортир. Так уж и быть. Вот, здесь будет сортир. А где тут? А где кафка стафрум? Комната со стафом. Можно его так вытянуть в колбасу. Пошире так сделать, чтобы вальяжно там можно было. Что хочешь делать. Вот. Отлично. Коридорчики узкие, все как надо. Так, обязательно здесь же надо поставить комнату обучения, где она, тренинг-рум. Она будет у нас большая. Чтобы там можно было обучать сразу большую партию нерадивых студентов. Вот, нормально. Сейчас мы сюда диванов натащим. Где вы там? Тренинг-рум. Ой, господи, боже мой, как тебя закрутить-то? Что ж ты крутишься-то все время? О, неудача-то какая, а? Что-то как какой-то я размер комнаты сделал, ни туда, ни сюда такое ощущение. А хотя... Вот так, наверное, нормально будет, да? Не смогут проходить тут между друг другом-то? Ах, ты же не влезла. Ну ладно. А, не, вот так влезает, смотрите. Странно, так не влезает, а так влезает. В тесноте, но не в обиде, как говорится. Офигеть, как они там учат. Можешь сразу на учебу их отправить всех, кстати. Пусть учится, пока я строю. В конце концов, 3 миллиона есть. Могу позволить. Так, тренинг-курс. Пусть будут все программистами хорошими. Ну-ка смотрим, как они разбегутся по стульям. Нормально они ходят, кстати, тут. Пусть учатся. Так, пани пока учатся, мы должны с вами, наверное, обустроить туалет.
руку. А то ребята придут такие, опа, а некуда. А чё, рядом-то нельзя поставить, я не понял. Не, мы такие вот, да, вообще, вот даже через стенку срать не сядем друг с другом. Ну, блин, молодцы, ребятки. Такую раковину, сякую раковину поставим. Где сушилку? Меж сортиров не поставить, да? О, а сушить руки вы будете вот здесь вот. Можно еще раковин понаставить побольше. Пусть моют руки после еды, засранцы. Перед едой вообще пусть моют руки. Так, хорошо. Дальше у нас есть с вами такая вещь, как комната отдыха. Здесь обязательно нужно жральню поставить им. Кока-кольню. О, как раз они к ней подойти не смогут. Замечательно. Вот это диван. Вот это диван. Так, что тут еще есть? Бильярд есть. О, игровые автоматы. Нормулик. Блин, я чувствую эти звуки, они меня... Я повешусь от них скоро. Так. И холодильниками заставим игровые автоматы. Жесть, не, я повешусь с этих звуков, ребят. Надо их убивать. Ну хотя не обязательно все время над ними висеть, да? Я поставил столько игровых автоматов, потому что на них... Нормально, они просто много звездочек дают. Огонь, парни, игровая комната. Жесть. Огонь, блин. 294, все. Туда главное больше не возвращаться. В этот отсек. Иначе это будет просто взрыв. Ну-ка. Классно. Погодите, я тут доски забыл приклеить. Все нормально. Учебный класс весь в досках. Так, эту комнату мы собрали, сортир собрали. А дальше надо вентиляторы поставить. То люди работать будут. Жара. В туалете вентилятор поставим. Здесь тоже несколько. Что-то у меня лагать даже стало, на самом деле, я чувствую. Так, ксерокс. Без ксерокса нынче никуда. Ой-ой-ой, там кого-то убивают. Так, кулер. Кулер. Слушай, а здесь кулер такой стоит, да? Так, по кулеру каждому, по цветочку. Так, цветочек, цветочек. Достаточно. У нас очень цветочный офис. Батареи, обязательно батареи нужны. Так, раз. Два. И все, утыкаем батареями. Пусть им будет жарко и холодно одновременно. Замечательно. Я туда больше не хочу ходить, в тот зал, в игровой, потому что там реально огонь.
Так, что еще у нас с вами осталось? А нам нужно с вами построить какую-то комнату. Тренинг-рум есть. А, сортир есть. Саппорт. Вот, саппорта не хватает. Саппорта не хватает. Так, что нам с ним делать? Куда нам его с вами пристопачить? Так, ну если я здесь сделаю, тогда туалет будет очень далеко, и саппорт будет бегать. Ну, значит, мы саппорту свой собственный туалет сейчас организуем, да? Свой собственный туалет для саппорта. Не трать попусту деньги. Ведь я снова купил огромный офис. Да, я такой. Сейчас мы построим саппорту. Я, кстати, читал, мне ребята писали, что маркетинг вообще фигня полная. Не стоит на него тратиться. Так, мы, кажется, не дотянули на одну клеточку. Так, раз, два, три. Раз, два, три должно быть. Во, вот так. Путь-дор. Есть. Ба-бам. Так, столы. Да ведь правильно говорили, у меня почти весь выпуск посвящен строительству. Так, замечательно. Замечательно выходит. Ой-ой-ой, я туда не хочу. Я теперь буду, видать, в обход ходить той комнаты все время. О, а что, это уже все так быстро? А что так помалу программинга получили? А, ну, видимо, типа, много людей училось, да? Вот они быстро его получили. Так, что еще у нас есть за комнаты? У нас есть серверная, но я ее пока не могу устроить. Плюс ко всему... Да все, хватит, наверное, пока нам. Маркетинг не нужен. Ну все, я готов, ребят, играть. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Не, я так не могу. Твою мать, я так не могу. Да, убрать. Блин, я лучше новую поставлю без автоматов. Ну уж слишком они шумные. Комната со стафом, блин. Уж слишком упоротые звуки. Вы уж извините, ребят. Я не могу терпеть их. Так, колом. Ладос. Сейчас я поставлю сюда диван. Балалайка. Напротив еще один. Так, здесь есть коротенькие диванчики. Сейчас мы их еще поставим. Непонятно, почему телек нельзя поставить. Нормально. Нормально, терпимо. Вентиляторов парочку. И цветы обязательно, цветы. Куда уж без цветов. Все, зато спокойно все это происходит. И это мне очень нравится. Так. Я делаю программистов, чтобы исследования хорошо шли, да? Погодите. Но для исследований нужны геймдизайнеры. Тьфу, да блин.
Поехали геймдизайн учиться. Так, пошли посмотрим, что у нас новенького есть из движков. Jump and Run. Так, ну мы, видимо, это пропускаем, да? А дальше, из DevKits. Sega Mega Drive. Так, мы ее прикупим сразу, да? Я могу уже даже для четырех, по-моему, платформ делать, насколько я помню. Персональный компьютер, Nintendo NES и Sega Mega Station у нас будет. Nintendo Game Joy. Прикольная вещица вроде была. Трк-т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 рк. О, смотрите, маркетинг пошел по команде за RPG опять. А я думаю, что это я деньги вроде трачу, они не тратятся. Отлично. О, Freescape 3. Ну-ка, сейчас, чувствую, будем игру делать. Детективские скиллгеймы. Так. Freescape 3 ищем. Для скиллгеймов. И сейчас скиллгеймы как раз играют. Так, отлично. Берем. Дальше. Нам нужно срочно изучить детективы. Research жанр. Нет, не жанр. Топик. Скилл геймский. Ай, детектив. Детектив. Детектив, да. Детективы. Так, ребят, и бросаем учиться. Давайте все изучаем вот эту вещь. Потом все резко накинемся с другой стороны на игру. Так, поехали. Стоп, можно людей еще нанять. Слушайте, у меня все лагает просто дико. 50 человек нанять могу. Ай, как все лагает. Так, мне нужны геймдизайнеры. Офигеть, у меня 50 человек, поэтому у меня лагает, я так понимаю, да? Ой-ой-ой-ой-ой, что я нажал? Нифига себе, здесь какие люди приходят. Всего лишь 4000 зарплаты хочет. Понять. Опа. О-о-о, нифига себе. Слушайте, я сейчас поувольняю, чувствую, полкоманды. Вы смотрите, какие тут гении просто приходят. Которые все умеют. Office Work 69. Мамочки. Геймдизайн 62. Огонь просто. Слушайте, реально хоть заменяй всю команду. Да, давайте мы неучи отправим учиться. Так, сейчас довольно такая долгая будет, видимо, штука. Мы отправим учиться всех. Бенедикт Камбербэтч, график музик, вообще что-то непонятно среднее. Томас тоже так, Энклейв, это тоже пусть идет учиться, хотя его можно будет в разработку кинуть. Так, а здесь у нас Дэйв Парабенович, Вероника Севани, блин, хороша тёлка. Джозеф, так, геймдизайн. Так, тоже учиться. Так, а где тут еще один должен спрятался? А, вот. Сейчас мы нанимаем новых работников, которые в геймдизайне секут. Так, 27, маловато. 23 тоже маловато. 36. 54. Во. Идешь работать. Какие-то слабаки пошли. Видимо, топовые это только последние.
А здесь вообще какая-то фигня идет. Кого я нанял? Кого-то Германа. Хрен с тобой. Так, ну получается очень топовый только вот здесь вот. В самом конце. Блин, ну как же этот список лагает мой комп? Еще кого-то нанял случайно, хрен с тобой. Где их таких взять-то? Лосей. Целая серия займет ничего. Ну и что? Ну и что, ребят? А что это такое? Кресла какого-то нету. Так, ребят, стоп. Сразу надо поставить кресло человеку. Вот такое вот черненькое кресло он просит. Все. Сразу сейчас захочет с нами играть. Файерстаф. Нормальненький. Вообще такой среднячок хорошенький. Так, все, это уже нубло пошло. Интересно, а если я еще сейчас добавлю звездочек своему офису? Еще новые крутые пойдут? Так, ну тогда более-менее геймдизайнеровых мы сейчас туда засунем. Так, ну ладно, я думаю, пока хватит. Так, детективы исследуем. Все, поехали. Куда пошли? Как я быстро детективы-то исследовал. Что-то это совсем быстро реально. Так, хорошо, тогда сейчас будем делать игру. Зачем я их так долго подбирал, действительно? Я хочу сделать супер-мега-игру. Все туда, все работать. Где еще четверо? Так, один, второй, третий. Еще где-то один запрятался, ребят. Где он? О, нашел. Это прям игра «Поиск предметов» называется. Так, и мы с вами будем делать сейчас много маленьких игр. Нам нужно детективы прокачать. Так, топик будет у нас где? Детективы. Без движка. Жанр основной. Ну, тут просто будем качать все, что у нас не докачано. Пазл гейм. Платформа писюк. Нет, почему писюк-то? Сига Мега Драйв. Пофиг вообще все. И как быстро они сделают эту игру? Ну-ка, смотрим. Хорош, ребят, работать идите. Чего вы куда-то выходите? О! Отлично. Так, ну и сразу с кем-нибудь договоримся. Ноль процентов. Один процент. Один процент все-таки на игру ушел. Так, опять детектив.
Без движка. Жанры. Так, пазлы доделываем и берем какой-нибудь новый. Пусть будет Jump and Run. Для Сиги. Старт. Они заходят через эту комнату, ребят. Как я и думал, какие-то есть проблемы у нас с телепортациями опять. Я минус один-то получил. Нифига себе, какая игра получилась. 7% аж. Интересная. Сейчас фанаты напокупают все равно, я знаю. Так, значит, что-то нам мешает. Что нам мешает? Неудачно, да, проставляли столики все-таки мы. Да, удалять нельзя, тогда не прокачается. Так, а что если этот столик... Вот так. Вот этот стол вообще получается убираем. По-хорошему везде можно пройти, да? Но все-таки на двух рабочих меньше тогда у нас будет. Так, сейчас мы пока переставим этих двух парней. Так, так, график хорошая. Так, это хорошая тетка. Здесь тоже программинг отличный. Так, надо найти нуба какого-нибудь. А, у меня тут офисный должен быть, по-моему, еще запрятан. Вот он. Ну, да, офисного сюда отправляем. А тебя сюда. Вот, плюс сейчас мы еще какой-нибудь нубика найдем, чтобы выгнать вот так вот этот хреновый. Так, так. Ну вот этот самый хреновый будет у нас учиться. Тут ты то лучше. Вот, вот так вот это делать будем. Это куда пошел, вообще непонятно. Так, фан-кампейн, давайте начнем, чтобы фанаты не жаловались. Вот, просто первый попавшийся, этот учится. Все, можно. Смотрим за движением героев. Куда ты поперся, Стефан? Стефан, точнее говоря. Ну, найдите вы себе места уже, хорош. А, стоп, игра тоже произвелась. Так, мне нужно еще одну игру сделать. Про детективов. Без движка. Jump and Run пусть будет. Fighting Game. Я не знаю, как это совместить вообще. На Сиге. Все посередине. Отлично. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Профессионалы, как быстро они игры клепают. 3, 4, 5, 6, 7%. Ну вы мне льстите, что я вам скажу. Смотрите, игра посвящена тому, как мужик кидает квадратики к другим квадратикам. Топик в тренде, да. Так, ну все. Теперь можно... Так, стоп. Нам не хватает одного человека. Куда он делся? И каким образом это получилось? Так, парниша, значит, ты не учишься. Все-таки. Все-таки, блин, даже не знаю. Может, еще кого-нибудь нанять? Ну, хоть более-менее толкового. Тридцать два, тридцать семь, тридцать девять... Так, а с двумя там параметрами будут? Вот, 21, 25. 37 геймдизайн, неплохо.
Так, там был 36 геймдизайн, но он подойдет нам. Так, давайте того с 36 геймдизайна наймем. Потому что у него еще вторичный скилл есть. Блин, как же лагает эта менюшка. Вот. Вот он. Все, иди работай. Так, ну что, поехали делать супер-пупер-мега-игру. Так, это у нас будет детектив. Стоп. Надо сначала проверить, может, я там что-то не докупил. Copy Protection. Вот, видите, Copy Protection не докупил. Дальше, лицензию какую-нибудь новую надо нам. Der mit dem Golftanzt. Отличное название. A bug is alive. И люди в черном. Какую возьмем? Детектив. Ну, люди в черном подходят, они же детективы. Отлично. Все, поехали теперь. Детективы. На самом крутом движке Freescape 3. Жанр главный у нас будет... Skill Game. Где-то я не могу найти. Skill Game. С чем у нас Skill Game хорошо сочетается? Не с аркадой, с адвенчурой, по-моему. Так, назовем ее... A Man in White. Люди в белом. Так, а дальше платформы. Компьютер, Nintendo, Sega. Next. А, так, лицензия. Вот это. Copy Protection. Вот этот. Побольше геймплея. Вот так. Так, здесь все посерединке ставим. Все языки, конечно же. Ну и вот 455 тысяч, ребят, у нас на разработку идет. Поехали. Так, 256 цветов графика, 8-битный звук, музыка, спрайты, простой 3D-движок, параллакс, скроллинг, маус-инпут, все, что надо. Все, что надо. Поехали. В бой! Давайте, ребятки, сделаем шедевр. Шо он как не пришей кобыле хвост шатается. Вот компьютерное место. Садись, делай, если что хочешь. Ну давай, давай, 31%. Зарплата пришла. О, господи, как я много отдал за зарплату-то. Skill Game детективы пока еще работает. Стоп, сидеть. Так, New Game продавался, продавался. Итого минус 60 тысяч. Так, New Game 29. Так, еще минус 60 тысяч, я понял. Смотрите, пол игры сделано, у нас почти по 300. Так куда ж ты идешь все время жрать-то, а? Ну ладно, иди сходи, хрен с тобой. Так, и... Ну, эта игра тоже ничего хорошего не принесла. Блин, поменялся жанр. Фу ты, блин. Ну ладно, хрен с ним. Давно я буду делать шедевр. Кому-то резко поксерить понадобилось. Так, ксерокс, давайте ксерокс сюда поставим, а то кто-нибудь наверняка ксерец побежит. Вот так он не будет мешать, наверное, да? Огнетушитель-то забыл. Вот у этих будет посреди комнаты стоять. Так. Ну, начинается. Пойду поксирю, пойду пожру. Все, ребят. Финиш хем. Игра завершена. 100%. Я на паузу поставил. Man in White.
А вот это что у нас, мониторчик? Так, ну это у нас skill game, так что будем искать skill game какого-то распространителя. У нас есть Nintendo skill game распространитель с хорошим рынком. А есть Atari еще с хорошим рынком. А Nintendo сколько дает за каждую игру? 4 бакса. А смысл-то через Nintendo идти, если есть Atari, с которым я уже сотрудничал? Давайте, Катари, поехали. Ой, что-то мало. Что-то мало получилось, ребят. 92%. 93% даже все-таки мне дали. Ну, потому что я, видите, симуляция резко стала. Вот шел скилл гейм. Симуляция. Topic and Trend. Еще, кстати, не сочетаются у меня почему-то жанры. Непонятно, почему Skill Game не сочетается. Так, видите, когда буду дом строить, я тебя позову планировать. О, классно. Маркетинг нужен, говорят, все-таки. Да зачем он сдался? Блин, я вот смотрю на цифру 93, как будто говно сделал, знаете? Ну, отличная игра все равно получилась. Игра месяца, игра года обеспечена. Но я какой-то расстроенный. А можно как-нибудь взять всех, кто есть в комнате, и перенести в другую? Видимо, нет. Ну вот ради 74 тысяч долларов делать какую-то работу я не вижу смысла. Так, ну я думаю, надо брать сейчас... А, я знаю, что надо сейчас сделать. Сейчас, ребята, мы сделаем сечку для Ютуба. Всем, ребят, спасибо, кто смотрел эту серию. Конечно, получилось немного нудно, что мы долго строили, зато мы успели сделать игру. И это позитив. Как она будет продаваться, увидим в следующей серии. А пока ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал и обязательно... читайте описание и жмите кнопочку поделиться. Вот всего 4 действия требуется, но зато какие. Они сразу в карму вам приносят вот такой кусок счастья. И плюса. Плюс 100 в карму, в общем. С вами был Витек, Mad Games Tycoon. Пока.